Девчонки, всем привет! Добро пожаловать снова на мой канал. Наконец-то я с вами, и сегодня в видео речь пойдет о том, как же так получилось, что я потеряла свой канал и потеряла связь со своими подписчиками. Видео записываю дома, по горячим следам, так сказать, и сегодня я обо всем вам расскажу. Создавая свой канал, я думала о том, как буду делиться своими знаниями с разными людьми. Я считаю, что это полезный опыт в жизни каждого мастера. Если вам есть что рассказать, то, конечно же, можно создать и свой канал. Мой канал поначалу был для меня как хобби, а в дальнейшем стал больше, наверное, даже работой. То есть я старалась выкладывать видео каждую неделю, точнее, даже два раза в неделю. И потом уже я выделяла целый отдельный день для того, чтобы радовать своих подписчиков, так как их становилось все больше и больше. Получала очень много запросов в Инстаграм о просьбе снять новое видео или поделиться своим опытом, как сделать тот или иной дизайн. Когда моему каналу исполнилось 2 года, на нем уже было почти 50 тысяч подписчиков. Я как раз находилась в отпуске, видео были подготовлены для того, чтобы они регулярно выходили и для того, чтобы вы не теряли меня из вида. В отпуске мне поступило предложение о рекламном сотрудничестве, на самом деле это обычное предложение, небольшая рекламная вставка в начале видео, которая заменяется той рекламой, которую предлагает YouTube. То есть я убираю рекламу YouTube и вставляю обычную коротенькую рекламу. Это обычный вид заработка для блогеров, ничего особенного это не предвещало. И я попросила поближе ознакомиться с материалами, то есть узнать, что от меня требуется. На что мне была скинута ссылка. Пока я находилась в отпуске, я была без доступа в интернет. И приехав домой, я просто открыла контакт и перешла по этой ссылке. Каково же было мое удивление, когда через несколько минут мне пришло сообщение на мою почту о том, что я больше не являюсь владельцем своего YouTube-канала. Если объяснять простым и кратким языком, то злоумышленник через мой компьютер проник на мой канал и просто его перевел на другой свой пустой канал. Со всеми подписчиками, комментариями, видео, обошел двухэтапную аутентификацию за несколько минут. Двухэтапная аутентификация – это такой вид защиты, когда вы защищены не только паролем от взлома, но еще и вам должно прийти смс с кодом для того, чтобы отключить эту защиту. Эта защита была отключена, YouTube-канал был переведен на другой адрес, и я потеряла всякий доступ. Еще удалился мой Google аккаунт. Google аккаунт я успела восстановить, но я до сих пор не понимала, откуда же произошел взлом. Я почистила свой компьютер, но доступ к каналу, естественно, конечно же, у меня не появился. Это произошло 5 августа. Этим же вечером я написала сразу же в YouTube поддержку о том, что мой канал украли, помогите. И начала, естественно, на YouTube смотреть, были ли у кого-либо такие же проблемы. Как оказалось, что эти же злоумышленники или такого же рода злоумышленники украли более 150 каналов за ближайший месяц. То есть пока вы не ищете это, вы на это не натыкаетесь. Но, столкнувшись с этим, я оказалась очень в неприятной ситуации. Сказать, что я была расстроена, это ничего не сказать, потому что мой канал не столько приносит мне какую-то финансовую независимость, он за 2 года стал частичкой моей жизни, я каждый день активно отвечаю на комментарии, никогда ничего не пропускаю, стараюсь придумать что-то новое, интересное для своих подписчиков. Для кого-то может показаться, что жизнь в интернете – это совершенно неинтересно, но на самом деле общение с разными людьми из разных точек мира, из разных точек нашей даже России – это очень интересно, очень воодушевляет, вдохновляет. Ощущение было очень неприятное, как будто кто-то пробрался к тебе в дом и потрогал, взял самое сокровенное, что у тебя есть. У меня 3 очень важные локации в жизни – это моя семья, мой канал и моя работа. И когда какой-то левый человек просто заходит и берет одну из самых важных частей твоей жизни, ты чувствуешь себя
просто ужасно. Через 2 дня нам ответила YouTube поддержка. Эти 2 дня тянулись просто бесконечно долго. Они попросили предоставить какие-либо доказательства. Я написала огромное-огромное письмо. Я писала его целый час. Полное доказательств. Написала, что у меня есть исходники каждое видео. То есть это то, из чего складывается мое видео, когда перед тем, как я его сделала, сконвертировала и так далее. Предоставила массу доказательств. И стала надеяться и ждать, надеяться на положительный, конечно же, ответ. То время, которое у команды YouTube поддержки было затрачено на то, чтобы разобраться в этом, а это был почти месяц, тянулись для меня просто бесконечно долго. Каждый раз, когда ты заходишь на YouTube, ты хочешь нажать кнопочку «Ваш канал», а там ничего, там просто ничего. И ты понимаешь, что ты заходишь уже на автомате для того, чтобы ответить на комментарии людей, которые у тебя что-то спрашивают, ты хочешь им помочь, ответить. Я вообще сама по себе человек очень добрый, отзывчивый, и мне хочется этим делиться, но у меня нет этой возможности. И еще. Проблема состояла в том, что очень маленькое количество моих подписчиков подписано на Инстаграм. То есть, если бы все были подписаны на Инстаграм, я бы могла сказать, что я создаю новый канал, и просто все бы перешли туда. Но такого не случилось. Конечно же, у кого-то нет Инстаграма, кто-то не смотрит каждое видео или не следит за этим. И поэтому вот в этом была самая большая сложность. Если бы у всех был мой Инстаграм, было бы намного проще. Поэтому, если вам не сложно, если у вас есть Инстаграм, обязательно подпишитесь. Это действительно нужно. Через несколько дней злоумышленник удалил 10 моих видео, отредактировал описание, убрал комментарии, сменил аватарку. И я поняла, что он канал мне возвращать не собирается. Я ждала, что он напишет сообщение, например, о просьбе выкупить его, но я бы не стала ни за что с ним сотрудничать. И мне начали поступать в Инстаграм сообщения от моих подписчиков, продала ли я канал или что с вашим каналом. На самом деле испытывала смешанные чувства, потому что мне очень стыдно и неприятно было рассказывать об этом. Но в то же время я, конечно же, кто спрашивал, я рассказывала, что случилось, и обещала вернуть его, обещала что-то сделать, хотя на самом деле я даже не знала на 100%, получится у меня вернуть его или нет до сегодняшнего дня. Злоумышленник, назовем его так, начал выкладывать непонятные видео, видео каких-то примеров работ с обычными лаками, и подписчики мои знают, что такое видео я бы не выложила никогда. Мои подписчики — это целый мир, у меня канал не накрученный, не раскрученный, здесь все, каждый человек, кто меня смотрит, они все живые. Они все лайкают, пишут комментарии, поднимают активность канала. То есть я над каналом работаю и постоянно вкладываю и тружусь над ним. Поэтому было очень обидно его потерять. 25 августа, через 20 дней после взлома, мне подтвердили, что все-таки был взлом. И отправили подробную инструкцию о том, как сделать так, чтобы мой канал мне вернули. Я создала новый канал с таким же именем, только он должен был быть пустой. Кстати, большое спасибо YouTube поддержке за то, что они не быстро всем отказывают, а все-таки действительно разбираются в вопросах, изучили все доказательства, которые я им прислала, и все-таки решили вопрос в мою пользу. Через 2 недели, наконец-таки, мне перевели канал. И сегодня днем мне написали, что канал мне вернули, что он снова со мной, я могу им пользоваться, делать с ним все, что я захочу, выкладывать видео. И я очень обрадовалась, я даже не знаю, как это описать. И вот час ночи я сижу, записываю это видео, чтобы поскорее это все выложить, чтобы поскорее вам рассказать, что же было, как все произошло, и для того, чтобы дать своим подписчикам какую-то обратную связь. На самом деле, все эти 48 тысяч с копеечками, все подписчики мои, все они мои любимые. Впереди вас ждет еще много интересных видео. Весь этот месяц, что канал был не со мной, я, конечно же, не прекращала работать и снимала в надежде, что мне его вернут, и мои надежды оправдались. Вообще, я очень добрый человек, и я всегда стараюсь помочь, чем могу. На все комментарии всегда отвечаю. В Инстаграме, кстати, тоже у меня много что-то спрашивают, и я, конечно же, даю обратную связь.
В общем, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой ютуб канал. Кому не сложно, поддержите меня и это видео комментариями и лайками, потому что мой канал сейчас находится в небольшом таком упадке, так скажем, так как в нем целый месяц орудовал какой-то непонятный человек. И чтобы мои видео также продолжали видеть остальные пользователи Ютуба, нужно немножечко поднять ему активность. В общем, кому не сложно, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!